Приветище, это Человек-паук, Майлз Моралес, и мы продолжаем. Тут у нас, смотри, преступление какое-то. Пойдем попробуем прикрыть или даже приостановить это правонарушение. Тут копы гоняются за кем-то. Я бьюсь об стенки дома. Да, из меня еще тот погонщик. Вот эта тачка, надо сейчас ее остановить. Я близко, копы! Только не стреляйте по мне, пожалуйста. Короче, в прошлой серии нам Питер Паркер подарил вот этот отличнейший костюм. Стопы. И скрылся с простора Нью-Йорка. Оставил нас тут одних. Вот, отлично. Это ж пацан-паук! Да ладно! Вот-вот, именно, Человек-паук. Оп-оп, как я уворачиваюсь. Оп. Он ранен! Да нифига себе, не ранен я. Давай, мочи его, мочи. Вот, красава. О, мощно. Следующий. Получай. Все будут на фонаре у меня висеть. Нифига себе. За рулем еще стреляет. Давай, веди машину. Клоунист. На тебе. Полицай, спасибо скажите. Я еще и тачку поймал. Да в смысле я ее уронил? Я держал. Как-то неудачно вышло. Да, неудачненько. Зато жетон получили. Ну что, вы меня наградите орденом? По-моему, вы меня боитесь. Смотри, они на меня пекаль навели. А, нет, они тачку. Осторожно, мы не знаем, что там с машиной. Да все нормально, я ее поймал. Чуть-чуть не удержал просто. Не паникуйте, мужики, подходите. А где те ребята, которых я повесил на столбы? Вы их сняли? А, не важно. Короче, у нас есть важная миссия. Нам нужно идти вон туда, к этому треугольничку. Ребята, здорово, здорово. Блин, так нравится в народ выходить. Все так на меня оборачиваются, смотрят, все фоткают. С Рождеством поздравляют. Привет, ребята. Слушай, а я могу кому-нибудь леща дать? Давай попробуем. А, нет, я могу просто рукой махнуть. А ты... Что такое? А, дать пятюню? Вот это тебе повезло, мужик. Тебе сам Спайди дал пятюню. Круто. Ой, не то включил. Я хотел вот так вот сделать. Смотрите, ребят, как я могу. Фоткайте меня. Фоткайте. Что-то никто не фоткает. Спасибо. О, это... Они пытались. Я слушаю газету Джей-Джея этого. Пытались меня убить. Кто? Те, кто подстроил побег носорога и направил его прямиком сквозь мою студию. Да так нифига, так просто случилось. Так срослось. Ты просто не портовый Джей-Джей. Дед-Диджей. Потому что Джей Джона Джеймсон не будет молчать. В своем неуемном желании сообщать вам только факты. Я, зажимая нос, веду вещание из мерзкой конуры. Вот именно, ты в конуре. Вместе... Там и оставайся. Сколько там, кроме тебя? Пятеро? Господи, Джаред, у меня в твоем я почти до треугольничка добрался, еще финты успеваю мутрить в воздухе. Просто по красоте кошмар. Все. Ух, как классно тут подсвечен райончик. В общем, если вам интересно, кто устроил побег носорога и натравил его на вашего ой, любимого приверженца. Почти башкой ударился от кирпич. Не страшно. В тот самый момент, когда носорог когда ты учишься свободу, чему-то. Ты учишься на болячках и набиваешь шишки. Это не страшно. Все, наконец-то перестал вещать этот диджей Джон. А я уже... О, подожди. Это же тот район, где рисовали. Да, вот он, портрет. Мой портрет. Они закончили его рисовать, красавцы. А магазин Тео, вон он. В этом магазинчике в прошлой серии мне мама попросила купить... Точнее, меня мама попросила купить молока. Но я забыл про него. И, по всей видимости, я сюда и не спешу. Как бы этот день еще продолжается, сейчас ночь, когда я должен был это молоко купить. Так, снова я об этом молоке, все, хватит. Давай немножечко пробежимся, как обычные люди, по Нью-Йорку. Отлично, все, спасибо. Что интересуетесь, как у меня дела? А кого мы тут ждем? Я что-то забыл. Вообще надо было обучаться, попрактиковаться. Питер мне же оставил... практикующие привет, материалы. Привет, Саймон Крикер. А то, что рядом с вами... О, я тебя знаю, здорово. Форумовый реактор. После запуска он будет обеспечивать энергией абсолютно весь город. Вы наверняка думаете, Саймон, как это возможно? И мой ответ? Нуфо. Нуфо. Звучит как фуфло. Всего одной канистры этого инновационного топлива хватит, чтобы поставлять Гарлем
чистую и безопасную энергию следующие 500 лет. Я чувствую тут подвох какой-то. Скоро наши реакторы появятся на Манхэттене, а потом во всем мире. А потом подорвут Землю к чертям. Всю планету обеспечит энергию наш Нуфор. Роксон, мы всегда рядом. Угу. Ну, тут понятно. Они хотят подорвать... Что это? Это ядро. Кто они, пока не знаю. Опачки, кто-то проник в этот... Как его там? В корпус Роксона. В корпус, в здание. Никого и нет? Вот это по гробам. В смысле никого нет? Окно-то разбито. Искали. Конечно, что-то искали. Давай посмотрим, что тут у нас. Нуфром. Искали Нуфром. Ой-ой-ой, повернись, повернись. Ну где твое паучье чутье? Че оно заторможено-то? Таблеточки надо попить, паучок. Ты кто такой? Ой, еще один. А чё вы такие крутые? Блин, вот бы сейчас танк, я бы их размотал. Кстати, о танках, я знаю, где они есть. War Thunder. Военный онлайн-экшен, который недавно получил первое большое обновление этого года. Теперь появилась ветка южноафриканской техники. Самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Новая локация — город Северск-13 и многое другое. Битвы в War Thunder охватывают весь мир и разные эпохи. Сражаться можно в любой точке Земли на машинах прошлого века или современности. В этой игре есть и самолеты, и танки, и корабли, и вертолеты. Можно комбинировать разные типы техники в одном бою. Все это приправлено графикой нового поколения, обновленными эффектами, реалистичным небом и достоверными звуками. Так что если тебе нравится военная техника и сражения с другими игроками, то тебе точно сюда, War Thunder. А если воспользуешься моей ссылкой в описании, то получишь бонусы для легких побед в начале игры, и там же бесплатно скачаешь War Thunder. Ну и чё, давайте разберемся, кто кого. Ай-яй-яй, стреляет в меня еще кто-то там. Ой, девочку какую-то ударил. Уворачиваемся. Не успел. Ну, зато не попал в ловушечку. На тебя. Добивающий. О, добивалка, добивалка. Не получилось добивалочку замутить. Сверху? В смысле сверху? Давай подлечимся. Пойдем-ка кверху. Да, сверху кверху, давай, поднимай. Подними свою задницу, блин, паучок. Из чего это? Капец, Питал, паутина спалить? У тебя есть, зачем ты на поднимаешь? Целая... целая куча на балконе, да, вот, наконец-то. Наконец-то. Ой-ой-ой-ой, убегаем. Успел, кажется, успел. Ой, что-то не то. Как комбо-то сделать? Вот, наконец-то. По красоте. Я ему бомбочку, что ли, зарядил какую-то? На тебя. А еще вот так вот сейчас сделаю. Оу, да! Иди к папочке! Ком... Ой, ствол отобрал. Хочу как Mortal Kombat. Там есть скорпион такой, который пускает... Мы еще не нашли, который пускает... Ой, подлечиться надо. Который пускает это... крюк. И такой, come on here! Иди ко мне. А, снова отобрал пестик. По крайней мере, сейчас отберу. На тебя! Разбило экран. Ребят, тихо, 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 спокуха. Черт, добейте его. У меня сейчас здоровье кончится. Я еще тут. Да прыгай сюда, нафиг, а то тебя пристрелят. Вот и хорошо. Я здесь постою, потусю, перекурю. Сейчас подлечимся. А, подлечился. У меня даже лечилок нет. Ну хорошо. Чуть не попался. Да не говори, чуть не попались. Там еще парочку осталось наверху. Давай паутинкой. Вот. Ну не той паутинкой. Да. Мне еще нужно практиковаться и практиковаться. Кстати, спрашивали, почему я не с первой части начал? Так и там, по-моему, не особо-то и сюжет связан. Там про Питер Паркера, здесь про Майлз Моралеса, поэтому... Если понравится паучок второй, то мы и первого пройдем, почему бы и нет? Держи! Ну, вот так вот. Уворачивайся, уворачивайся. Ух, успели! Да какой пацан, я Человек-паук. Человек-паук. Пух-пух-пух. Куда полетел? А ну вернись. Скотина. Стаканище. Ой-ой-ой. Подлечиться, подлечиться. Есть. Как раз восполнилась хилка. Ну чё, идите к папочке. Чёрт, не дают. Иди к папочке. Спасибо за ствол. На.
Ну что, пойди, полетели туда. Нам нужны данные по Мудорму. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, врубай. Да что ты все рушишь-то нафиг? Ганки, ты не вовремя. Ага, ты прав. Кто-то вломился. Кажется, им был нужен Нуформ. Нуформ? Это штука из реактора? Он еще не установлен. Они говорили о поставках. Дичь. Просто дичь. А, я, кстати, купил все, что просил твоя мама. Что вообще, почему я на паутине повис? Ужин почти готов. Ты наверх залезешь, нет? Ладно, буду закругляться. Ужин готов. О, это я сделал. Их паутину сюда приковал. Ничего себе. Давай вон туда залази, паучок, давай. Я верю в тебя. Да что такое-то? Ну почему так криво все? Так, ладно. Практика опускания паутины. И пусть весь мир подождет. Я прыгаю. Это вперед. Вот, нормально. Пойдет. Дальше лезем сами. Отлично. Привет, ребят. Я немножко подзадержался. Ты тоже ничего не сделаешь. И ты иди сюда. А тебе достанется удар мой крутой. Да, конечно, у тебя их и не было. Ну что, все? Ну, я думаю, он с такой высоты упадет точно. Кранты ему. О, привет. Я думал, я уже со всеми разобрался, а ты еще остался тут. На тебе. Ты один, тебе с нами не справиться. Да, конечно. Я один и не такую кучу разматывал. Так, подхилимся. И тут вот еще куча, смотри, народу. На тебе. Вот так по красоте. Это девочка? Я девочек вообще не бью, но ты какая-то злая девочка. Ой-ой-ой-ой, успел. Кажется, я разошел, слушай. Начинает получаться. Все. Добивашечка. Да! Куморхия! Фаталити! Бабалити! Анималити! Все ему досталось. Так, куда? Наверх? Эй-эй-эй-эй, в здании нельзя стрелять, ты знал об этом? Девочка. Давай, беги, беги, беги. Ну что ты творишь? Давай, беги по стенке. Вот. Красиво. Ай-яй-яй-яй. Так, ладно, ребят. Получай. Прыгай. Ух, успели. Сзади, 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 сзади. Не давайте ему прыгать. Да кто мне запретит? Перчатки твои надо сломать. Чем? Паутиной. Я же паук. Что-то какие-то жучки они попались вообще. Иди сюда. И своими крутыми перчатками. Отдай ствол. Игрушка детям. Фу, ты, пистолетик детям не игрушка. Вот что я хотел сказать. Давай повесим его куда-нибудь, а? О, красиво. Доступно добивание. Так, знаешь, что я хочу? Я хочу тебя на паутине куда-нибудь... Да, ёпарас, это не дают. На паутине хочу куда-нибудь запихать или прикрепить. Готов? Удержать и брать счетчик. Получай! О, тебя можно трогать или нет? Ты в электричестве вся. Думаю, что можно. Ну, я опоздал. Ну чё, я все, я всех тут ушатал. Мы обсуждали поставки на форма. Я должен понять, что они нашли, и смогу опередить их. Так, ну пойдем опередим. Что, на лифте поднимемся? Что? Осматриваем карту, короче. Они отслеживали поставки на форму. Но зачем? Охранники Роксона. Дальше они справятся. Потом этим займусь. Я там немножечко в Роксоне подломал технику. Ну, думаю, не страшно. Все спишется на тех бандюганов. Ладно, надо погнали. Бы домой. Да не вот. Хочу отказываться от праздничного ужина. Правда, что надо домой. Я проверю этих ребят и поставки на форму завтра. А молоко купить? О, я, кажется, тут рядышком живу. Ну давай. Через окошечко ты пролезешь или как? Что тут у нас? А, рюкзак наш. Переодеться, конечно же. В смысле слишком холодно? Тебе не холодно в трико твоем паучьем? Как Питер Паркер научил, так и он делает. Через окошечко, конечно же. А через парадку слабо?
Да я бы тоже засал через парадку. Если бы мамка узнала, что я паук, она бы меня там тапком пришпандорила. Ой-ой-ой, адидасовские. Неплохо. Кроссы. Интересно, Адидас забашляла? Warner Brothers или кто эту игру производит? За то, что их прорекламировали. Переезд будто никак не закончится. Это все еще бабушкина квартира, а не наша. Тут он счет можно посмотреть. Выпуск из средней школы. Давненько я не видел этих двоих. Что там написано? Поздравляю тебя, Майлз, с окончанием школы. Угу. Надеюсь, я золотой медалью закончил. Ноутбук? Че, в кейсочку зарубаем? Интересно, на чем работает Ганки? О, спит на нагон! Пусть закончит, хочу поиграть. Надо дособирать бабушкины вещи и отправить в Пуэрто-Рико. Так, Гона, получается, с нами живет, да? Я правильно же понял? Ну да, вот это вот. Хорошо, что Ганки приехал на пару недель. У нас столько работы с паучьим снаряжением. Ага, точно. Он тут живет. Все понятно. Так, ну насчет, кстати, сюжета. Напишите, пересекается первая часть со второй в плане сюжета. Если пересекается, то тогда я брошу вторую часть и буду проходить первую. Да нет, вначале все-таки вторую пройдем. Пойдем. Ганки, я дома. Что случилось? Рукожоп. Сейчас поищу в сети, как это очистить. Ничего. Все в порядке, брат. Ой, да что ж такое? Михо, красавчик. Спасибо, мам. Я кое-кого позвала. Ты можешь прибраться в квартире? О, про молоко спроси. Музыку? Праздник же. О, Надя. Серьезно? Куратор компании в сочельник? Завтрашний митинг сам себя не спланирует. Спасибо за уборку, Михо. Алло? Да, Надя, мы уже получили разрешение на завтра. Блин. Так, ладно. Прибраться в квартире. Мы, короче... Да, в принципе, тут чисто. Что тут прибираться-то? Ладно, подниму, что тут? 15 лет в Бруклине и не пятнышко. А потом переехали в Гарлем. Символично. А что это он там, кетчуп, что ли, разлил? Да, конечно. Ты, кстати, видишь, вон там на ламинате, он такой покоцанный, такое ощущение, как будто там на нем что-то написано. Типа, Человек-паук, я тебя найду и убью. Но на самом деле это весь ламинат или это паркет, он весь такой покоцанный. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Музик, мюзик. Играть. Нет, музыку я не буду включать, да, потому что на прошлый ролик мне прилетели авторские права за музло. Ты будешь мной гордиться, папа. Да, у тебя такая же судьба, как у Питера Паркера, да? Батьки нет. А, у Паркера же вообще вместо родителей тетя и дядя были. Угу. А у него тут отец есть. Елочка, что с елочкой? Хорошо, что дерево перенесло переезд. Ага. Папа его обожал. Лучшее Рождество. Рождество в Бруклине. Помню, как он это говорил. Какой стол-то классно, а? Я бы похомячил сейчас. Ладно, маму пока не будем дергать. Давай залезем в холодильник. Эй, Михо, вообще предполагалось, что ты дождешься ужина? Да, мам. В смысле, а я что делаю? Я просто в холодильник Сколько взглянул. Сколько народа завтра может прийти? Серьезно? Ого. Ну, я вроде бы тут все смотрел. Мне даже как-то не верится в такое. Пойду Ганки схожу, что ли? Тут заперто. Ганки! Тут что у нас? Мамина компания по выдвижению быстро набрала обороты. Жители Гарлема ее любят. Ну, короче, вот у меня рум-тур. Я показываю тебе свою квартиру. Проверил унитаз. Зачем я это сделал? Видимо, кто-то за собой не смыл. Эй, Ганки, что делаешь? Семейная реликвия. Я не успел сказать спасибо за приглашение на каникулы. Обращайся. Как там твои на Гавайях? Пока ты добирался, они звонили с верхушки Халиакалы. Так что у них все норм. А я не хотел пропустить Рождество в Нью-Йорке. Вот еще. Это лучшая пора в году. И именно так. Ладненько, все, пойдем. Мамке скажем, что мы все сделали. Кстати, а что я телек не посмотрел? Боже, этот телек старше моей бабушки. Ну хватит уже тыркать все, а? Там геймпад? Да, геймпад от четвертой плойки. Мы с Питом ходили. Он в конце просто рыдал. Да и я тоже. Да, почитаем.
Театр Руби представляет «Любовь, жизнь, предательство». Печальная история, дневной спектакль, 15 апреля, начало в 14:00. Ну, мы уже просрали. Сегодня какой апрель? Да сегодня уже конец месяца. Так, все, пошли. Мам, мамуля. О, а что в этой комнате? Это комната мамы, наверное. Похоже, мама тоже еще не разложила вещи. Видно, что обои выбирала бабушка. А это что? Во время переезда перепуталась. Старое папино дело. Кто такой бродяга? Интересно, папа поймал его? Неужели твой батя был бродягой? Я с того случая в ратуше их не трогал. Папин любимый. Каждое воскресенье включал, пока делал кофе. Не-не-не, только не включай, пожалуйста. Или, видимо, это по плану. Пойдем врубим его сейчас. Сексиофаниста этого. Отбеливающая кислота. Мам, кислота. Кажется, у нас сегодня намучается крутое музло. Лучший альбом всех времен? Ага, конечно. Главное, чтобы авторская права не прилетела ко мне. Невзначай так. Идеально. Идеально. Хотя музло стильно. Довольно старое. А раньше тебе джаз не нравился. Ты еще по телефону трещишь? Ага, точно, по телефону трещит. Опа, кто-то в дверь позвонил. Сломан уже много лет. В смысле он сломан? А Майлз, сейчас кто позвонил? Ты откроешь? Конечно. Как твои родители, Ганфри? Я давно с ними не видела. Фина? Привет. Я звонок починила. Красава, спасибо. Я рад тебя видеть. Как ты? Мы не виделись... Долго. Многое изменилось. Да, это точно. Наш почетный гость пришел. Не стойте на пороге. Ужин почти готов. Фина, я так рада, что ты смогла выбраться. Спасибо за приглашение, мисс Моралес. Мы скучали, а вот он особенно. Привет. Фина, это Ганке. Мой друг из Бруклинской академии Visions. Ганке, это Фина. Мой лучший друг. Практически как ты. Ах да, вы же вместе победили на школьном научном конкурсе штата. Сделали... преобразователь энергии. Бинго! Какие же вы нудные. Проводка в этом здании просто кошмар. Проверю предохранитель. Спасибо. Значит, Рождество при свече? А если меня шибанет током? Может, паучьи перчаточки оденем на всякий пожарный? И чё, ты шаришь в этом вообще? Беда. В щитке вообще нет тока. Похоже, весь квартал отключили. Сбегаю на пожарную лестницу, посмотрю оттуда. Ладно, дорогой, но осторожней. Слушай, чё-то с ядром, видимо, намудрили. Разумеется, после которого мы сегодня не терлись. Если не умеет прилипать к стенам. Реально. Обесточился весь район. Хотя не факт. Давай уже, полезли. Чтобы просканировать местность. Ну-ка, давай попробуем. Так. Подождите, еще раз покажите. Это проводка или что? Вот эта вот труба. Это? На крыше люди. Туда лезть нельзя. Да, блин. А надеюсь, кто... меня тут никто не видит. А, это, наверное, те, кто проживает здесь. Они, имея доступ на крышу, видимо, просто отдыхают там. Найти трансформатор. Не смотри в окно. Не смотри в окно. Да, конечно, не смотрю. Это запалит нафиг. Тарелки с подогревом надолго наш ужин не спас. Так, трансформатор. Его электричество может вырубить носорога. А как насчет праздничного ужина? Вот он, трансформатор, нашли его. Давай-ка починим. Ну же, заработало. Какой яркий свет. Я не продумал. Надо скорее вернуться внутрь. Да, наша биоэнергия может питать целый дом. Видишь, трансформатор до сих пор переваривает наш биоток. Все, мы добрались. Майлз еще не вернулся? А может, сделаем фото? Сейчас? Да, ну чуть типа не попались. Сохранить память о хороших моментах. А может, подождем Майлза? Не, он не фанат фоток. Так, давайте-ка в точку. Готовы? Давай-давай, подкрадывайся. Отличный снимок. Просто класс. О, а вот и Майлз. Кто голодный?
Да на фотке по-любому запалился он. Вы садитесь, я все принесу. Какой запах. Все? Ужин закончился? А как же в города Тима, поиграть? Чем ты сейчас занимаешься? Как клуб робототехники? Ну, началось. Пришлось уйти. Но я изучаю биотехнику сама. Ботан. И это говорит парень, который носит галстук в школе. Эй, ботан. И ты твой тоже ботан. Твой все еще работает в Роксоне? Это я про очкарик. Про молодого человека не в очках. Не знаю, кто там вообще может еще работать после вашей предвыборной кампании. Вы наступили Кригеру на горло. Кстати, о компании. Ганки, ты у нас специалист по соцсетям. Можешь там рассказать о завтрашнем митинге? Да, к полуночи будем в тренде. Иногда кажется, что это Саймон Кригер, мой оппонент. Все здесь в руках у Роксон. А отвечают они только перед акционерами. Кто-то должен бороться за права людей Гарлема. Вы прослушали отрывок из маминой предвыборной речи. А вы хотите проверить пост перед публикацией? Конечно, хотим. Да, непременно. Вдруг ты там какую-нибудь шляпу написал. Потерем тарелочку. Что у тебя происходит? Романтик. В смысле? Да ты... Да он к тебе подкатывает. Ты что, не вдубляешь, что ли? Расстроена? А может, не подкатывает? Не разбирайся я во всех этих романтических тонкостях. Слушай, а ты не скучаешь по Бруклину? Ну, я... Немного. Нью-Йорк-то круче. То есть очень? Не. На лице же написано, что тебе тут совсем не нравится. Нет, но я тут... Я тут никого не знаю. И все время вынужден спрашивать дорогу. Подыщи приятный ресторан, парикмахера или, например, тир какой-нибудь. Привыкнешь. Может, завтра прогуляемся? Только мы вдвоем. У тебя есть время? Сейчас каникулы. Еще неделю мне точно можно расслабляться. Ладно, спишемся. Гуляем! В смысле... Ну, просто так, конечно, как друзья. Да, все-таки он подкатывает. А ты все такой же галантный кавалер. Пингаси. Ты все проспал. Да. Поднимай свой жирный зад. Я сидел целую ночь и написал приложение для костюма. В нем необычная операционка, я такой никогда не видел. Но я прогнал все через дизассемблер. Кувшин со знаками Доты, по-моему, нет? И... Ты слишком скучно рассказываешь. Майлз! Все, встаю. Ненавижу, когда так делают. Компиляция почти завершилась. Зубы вы хотя бы почистил, Майл. Спасибо. Ну, потестим приложение? Да, бро, за дело. Я подключился к твоим датчикам. Начнем тест-драйв. Только не сломайте ничего. Питер Паркер так старался над этим костюмом. Окей. Понеслась за Как тебя там не тошнит всю дорогу? Много тренировок. Проведите влево по... Ага, сейчас, пожалуйста. Дружелюбный сосед 1.0 приветствует вас. Жители Нью-Йорка смогут звать на помощь и сообщать о преступлениях. Хороший интерфейс. Спасибо. О, смотри, кто-то прислал запрос. Метро не работает, жду тебя на станции Восточный Гарлем. Аарон. Ну, давай возьмем. Пришел запрос от человека по имени Аарон Дэвис. Что-что? Это ж мой дядя. А он знает, что ты Человек-паук? Нет, наверное, совпадение. Я двигаюсь к станции метро. Так. Давай, паучок. Не обращай ни на кого внимания. Но про то, что он сказал, что постоянно приходится спрашивать дорогу, это, конечно, прикольно. Вот прикинь, ты вот так на паутине летишь. Простите, мадам, здравствуйте. Да, здравствуйте. Давай пять. Ну, подскажите, как мне пройти до булочной? Это забавно очень смотрится. Супергерой, который все видит с высока, спрашивает дорогу. Так. Вот мы у метро.
Да что происходит? Привет. Вам нужна помощь? Кстати, я Человек-паук. Как будто он не знает его по голосу. Я Аарон Дэвис. Похоже, кто-то повредил датчики. С основного узла идут поврежденные данные. Он на крыше вокзала. Уже лечу. Погоди. Стой! Да. А где другой Человек-паук? А, тебя что, этот не устраивает? Но не волнуйтесь, я справлюсь. Вообще, вот этот, я бы обиделся, развернулся и сказал, чини сам, раз тебе нужен другой. Он звонит через приложение? Это Человек-паук. Забыл сказать, вчера вечером произошел взлом с проникновением в соседний Роксент-Лайт. Банда под названием Подполье. Засек их у моей станции этим утром. Подполье. Вы знаете о них что-нибудь еще? Они считают себя молодой мафией. Давно обосновались в районе, но теперь у них новый глава. Некто Умелец. Умелец? Спасибо за наводку. А вы часто вызываете Человека-паука? Ну, на помощь. Без этого приложения с тобой было не связаться. Я видел в новостях, как ты уложил носорога. Вот решил, ну, что круто. Стоит тебе позвонить. Ясно. А вы давно работаете в метрополитене? Нет. Устроился в прошлом году после того, как брат... Короче говоря, решил все поменять и попробовать новую работу для начала. А поезда, которые ломаются в мою смену, совсем не делают мне чести. Зато, когда мы их починим, сможете сказать начальству, что проявили инициативу и воспользовались приложением паучка. Так и сделаю. Удачи с датчиком. Спасибо. А я пока летел, тут финты вытворял крутые. За это, оказывается, тоже опыт тут дает. Это очень круто. Йоу, лап, быстрее, паутина, фух. Чуть ж баном не влетел. Так, тут немножечко пробежим. Давай. Можно было бы повыше взлететь, если чё. Давай вверх и только вверх. Йоу. Ну, вроде как, где-то здесь. Да? Ага, вот она. Вот сенсоры. Отлично, мы на месте. Сейчас попробуем их починить. На этом как-то уж очень много проводов. Они мешают сигналу. Кто-то левый подключил 100%. Просканировать. Куда же идут провода? Фига себе. А чё так далеко-то? Чё там интересно такое? Надо попасть в этот сарай. Давай попробуем выломать двери. Ой, не то включил. Ну чё, ты паутинкой возьмись. Чё тебе все молчать-то надо? Во. Опа, она, знакомые люди. Если противник что-то заподозрит, над его головой появляется вот этот значок. Знак восклицания показывает, что вас обнаружили. Но вообще-то это я его сейчас обнаружу. Иди сюда. Тебе привет! Давай еще. Давай-ка его паутинкой. Пью-пью-пью. Вот и все. И что мы тут делаем? Сигнальное реле что-то блокирует. Это технология. Не люблю так делать, но... На плеер? На радио похож. Точнее, на рацию. Что ты сделал? Разобрался с парнем, который их сломал. И, похоже, он тут забыл свои игрушки. Знаете, я попозже перезвоню. Ого! Пожалуй, пригодится для голодронов Пита. Голодроны. В тайниках подполья можно найти детали для изготовления костюмов, модификации костюма, модификации визора и улучшений гаджетов. Чтобы открыть меню, нажмите... Сейчас откроем. Чтобы изготовить голодрон, нажмите... Давайте, конечно же, сейчас изготовим. Изготовить. Все. Для доступа к новым гаджетам и улучшениям для них требуются жетоны событий и детали. Окей. Жетоны событий и детали можно забрать в ходе различных событий. Здесь необычные радиочастоты. Попробую отследить их. Ха. Кажется, по городу таких еще немало раскидано. И че? Пойду сейчас собирать все это деталье? Нет, извольте. Попозже. Надо опробовать новые, да ну гладроны. Нафиг! Откуда у вас столько? R1.
А как мне выбрать голодрон-то? Что-то я не понимаю. Вот я зажимаю кнопку. И что? Так, ладно, выбираем, значит, вот голодрон. А, так бы сразу сказали, что надо меню вызвать, выбрать голодрон и запустить его. Чтобы запустить голодрон, нажмите R1. Пожалуйста. Так. О, прикольно, вот что такое голодрон. Так, надо пестик у тебя отобрать. Чингачкук, а ну отдай. Вот так вот. Кого-нибудь сейчас. Ой, 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 не то. Подожди, подожди, подожди. Не то, вообще не то делаю. Я хочу паутину включить. Пожалуйста, паутину. Вот так вот. Без паутины я не, вообще как без рук. Пушку, 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 пушку надо отдать. Точнее, забрать. Ой-ой-ой, убегаем. А ну-ка, ствол отдай. И ты вот тоже ствол отдай. Куда ты там делся? Наверх куда-то запрыгнул. Стоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт, подхилиться надо. Успели? Ага, через ноги проскочили. Да черт. У меня энергии недостаточно, чтобы пробить ему. Капец. Ствол от... Да что ты будешь делать? Так, ладно. Ребятки, я сейчас это, подполню энергию. Подполню, восполню. Вот, чуть-чуть, нормально. Они что, меня ждут? А я с крыши. Наступительная атака с крыши. Куда-то он улетел. Ствол вернул. Обратненько, обратненько. Эу. Ладно, пускай он там валяется. Я тебе попробую так пробить. Не, так не получится. Оп-оп-оп. Ух! А если я вот так вот сделаю? Отлично. Все, давай сейчас с ним разберемся до последнего. Обратненько давай. Че, все? Ты окочурился окончательно? Да, раз он не пинается, значит все. Еще пару человек осталось. А по-моему один. Пестика дал. Руки есть? Лови! И добивающие. Все? Кажется, я всем. Надеюсь, поезда снова ходят. Надо связаться с дядей Аароном. Да, обязательно надо, ты чё? Алло. Мистер Дэвис, и как там дела? Сигнал есть, но поездов на путях не вижу. Похоже, какие-то неполадки в депо. Ваши датчики повредили парни из подполья. Интересно, а Роксон когда-нибудь перевозил униформу под земкой? Роксон? А метрополитен сделан для перевозки людей, а не груза. Но эту ветку перестроили после возведения Роксон-плана. Значит, они пользовались ей втихую. Пожалуй, осмотрю ее. Кстати, вы упоминали брата. А еще родственники есть? Давненько их не видел. Многое в жизни поменялось. Взять хоть эту работу. Я скучаю. Особенно по племяннику. Мы раньше писали биты. Может, теперь вы будете видеться с ними чаще? С ними, с семьей. Надеюсь, Пэй. Да. Мне пора. Бороться с подпольем. Пока. Оказывается, он раньше рэпчик писал. Ну, музло. Мы же его племянник, типа. Так. 400 метров осталось. Сейчас решим вопрос. Дядя, я уже здесь. Да блин. Короче, я думаю, что к третьей серии я точно подучусь летать на паутине. Хотя уже неплохо получается вроде. Финты кручу. Ну и в третьей серии обязательно будем практиковать битвы. Подполье тут все ломает. Может, получится помешать им по-тихому? Давай попробуем. Давай шустрей! Сам знаешь, умели ждать не любит. Куда ж ты так торопишься? Нужно разделить. Что это был за шум? Давай, иди. Так, нокаут. О, классно. Мне понравилось. Минус один. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Но правда нас, наверное, запалили. Не смотри на меня, не смотри. Так. Ищем еще противника. Визор. Модификация визора позволяет вам отмечать цели.
Чтобы отметить противников, задерживать... Ага, хорошо, ладно. Попробуем. Так. Супер. Теперь я их выслежу. Ну, вроде бы всех отметил. Давай еще визором пройдемся. Вроде бы всех, да. И чё? Какой наш план действий? Вон с тем разобраться, может быть, вначале? По тишине, по тишине. Вон там никого нету. Хочу вот с этим разобраться. Подтянуться к стене, нокаутировать. Давай нокаутируем. Так. Ой, и все, нас спалили. Да я и так знаю, на что вы способны. Ребят, так что не напрягайтесь вообще. Вы пытаетесь украсть упор, я прав? Давай, 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 комбо. Мощный удар. Повернулся. Вот эту штуку возьмем. На тебе. Отдай-ка ствол. Отдай. И... Ой. Сверху спустился быстро. Да, козлина. А? И ты тоже козлина. Восстановим здоровье. Все, он откинулся. Здорово. Опа. Кто-то там в меня хотел пострелять, но я увернулся. Обожаю драки. Комбо. Обожаю драки, когда я умею драться. Когда ты раздаешь всем вещей. Ой. Уходим, уходим, уходим. Успели. Ну чё? Попадешь в меня, нет? Кривожопка. Возьмем бочку. Давай бочечку. Отлично. Ну чё? Комбо, отведайте моего крутого. И ты тоже сейчас отведаешь. Хотя не комбо, а просто бочкой. Пестик он еще держит. Ладно, добиваем. А, нет, ну все, я со всеми разобрался. Я разобрался. Теперь вернем поезда на пути. Пульт управления, наверное, в офисе. Пульт управления. Надо подняться наверх. Погнали. Чуть-чуть переборщил. Надо вниз спуститься. Умелец. Дядя сказал, ты их лидер. Тинкерер. А, так мы у мамы про него находили же информацию, да? И фотку его тоже находили. Облом. Они пульт сломали. Придется возвращать поезда на пути вручную. Ну, что делать, давай. Использую поворотный круг. Поворотный круг. Вращаем круг, тянем вагоны паутиной. Должно сработать. Так, а как мне зацепиться паутиной? Придумайте, как поставить. Ну ладно, сейчас буду пробовать. Наверное, зря я спустился. А, ну вот, в принципе, можно вот так вот, смотри. Ага. Он готов? Я правильно его поставил? И мне... А, мне его туда, наверное, надо развернуть. Вот сюда. Сейчас попробуем. Я правильно получается. Сделал? Уже почти. Уже почти. А если тебя я подкачу вот сюда, на себя? Ну-ка. Отлично, теперь остальные. Ну вот, все, значит, все грамотно. Под пулью выслеживает поставки на форму и перекрывает пути. Остальные это, скорее всего, вот эти попал вот. В город или... Что? Давай-ка, иди к бабочке. Готов. С другой стороны сейчас развернем. То есть, получается, мне три паровозика надо отправить. Да. Так, еще один. Еще один, это вон сверху надо его опустить как-то. Либо... Ну вот с этим не получится точно. Значит, сверху надо опустить. Полезли, чё? Будем сейчас разбираться, как его опускать. А, ну вон, видно. Ну, да ты чё, ползать разучился, что ли, паучак? Паучак, чак-чак. Давай вот отсюда попробуем. О, четко. Чтобы зафиксировать шестерню... А-а-а. Сейчас, попробую еще раз. Стреляй в неё! Сработало! Вагоны чётко. Уже на путях. Осталось дать электричество. А может быть подтянуть? Нет? Ладно, хорошо, сейчас дадим электричество. Побежали.
Вытыкайся. Пульт они тоже сломали. Но генератор цел. Биоэнергия всегда затащит. Так я смогу запитать вагоны. Наверное. Моя паутина проводит ток. Ничего себе. Крутая у тебя паутина. Так, используйте R, чтобы посмотреть на генератор. И что? Прицельтесь в генератор, удерживая. Угу. Затем. Так. А затем нажмите R1 для выстрела токопроводящей паутины. Есть. А, вон оно что. И вагоны сами зацепились. Огонь. Смарт-вагончики какие-то. У вас что-то изменилось? Панели светятся, как праздничная елка. Ты молодец. Был рад помочь. Если еще что-то случится, пишите в приложение. Подожди. У меня есть кое-что для тебя. Это безделушка, но... Для меня? Мне нужно как-то отблагодарить парня, который спас мою работу. Класс, класс! Я возвращаюсь! Ха-ха, повелся на подарочки. Ладно, пойдем посмотрим, что он там нам приготовил. Блин, вот когда ты подбегаешь к краю, когда ты вот по крыше бежишь, мне вот интересно, что X означает, когда ты нажимаешь. Сейчас проверим. Вау, круто. Вон оно что означает. Подтянуться паутинкой. Привет, Майлз. Мы уже в Европе. Как там первый сольный паучий день? Да, неплохо. Уже обнаружил заговор в собственном районе. Классика. Есть план? Да я так, импровизирую. Настоящий Человек-паук. Короче, если что, звони. Я, конечно, за океаном, но это ничего. Обязательно. О, и спасибо за подарок. Очень круто. Ты его заслужил. О, МЖ зовет. Мне пора. Пока. О, смотри. Можно чувак, найти тайник под поле где-то. После починки метро приложение слетело с катушек. Куча запросов. Просто вау. О, а этот Аптео, он крутой, чел. О, надо обязательно узнать, в чем дело. Весь город на меня надеется. Мы на вершине топа приложений в Нью-Йорке. Как только закончишь с дядей, зацени сам. А, кстати, он же пока не догадался, да? Пару раз да, вроде нет. Но все путем. Заценю сразу, как закончу тут. Пока. Так, где-то здесь. Тайничок должен быть. Ть. Вот, показывает, что тайник где-то здесь, 3 метра внизу. Вон он. А, ну понятно. Нам вот сюда просто залезть нужно и все. Не вопрос. Разобьем сейчас вот эти коробки. Наконец-то тайничок. Где ты? Я тебя нашел. Подполье это ни к чему. Конечно. Я все себе заберу. Так. Еще 2 метра, блин, чесать до нашего дядюшки. Надо как-то ускориться. Давай-ка врубим нитро. Да, мистер Дэвис, я почти на месте. Поторопись, Человек-паук. Тут подполье. Устанавливают бомбы на пути. Бомбы? Настоящие? Похоже, им не по нраву твоя помощь. Буду так быстро, как только смогу. Держитесь там и сидите тихо. Ну, блин, я думал, сейчас подарок получу и дальше пойду своими делами заниматься. Ох уж это подполье. Ладненько. Опа! Я слышу выстрел. Это тут, что ли? Ничего себе, они офигели. Среди бела дня. Ты ничего не перепутал, мужик? Чтобы сменить гаджет, откройте меню. О, да, точно, надо же сменить. Подожди, я хочу это, голодронов вызвать. Голодроны. Голодроны, где же вы? Вот, один получил. Чё я? А, ну я двоих вызвал голодронов. Ну и хорошо. Все, будем разбираться. Троечка. Одна, все, по-моему, все. Я не допущу этого. Ты один, тебе с нами не справиться. Да, конечно, со мной голодроны. Оставшееся время. Блин, вон она бомба, я прямо ее вижу. Ой-ой-ой. Убегай. Красава.
Так, мне надо здоровье подправить. Как насчет паутины? Вот и все. Бомба улетела. Так, с бомбами все. Теперь бандиты. Галадрон, вы там решаете вопрос мой? Сверху еще бомба. О, блин, как насчет люка? Долетит, нет? Да, долетел, ты видел, как он отскочил? Бандюган этот. Так, ладно, погнали наверх. Погнали наверх. Ну, паук, давай. О, господи, как-то сложно быть пауком, когда это... вы покидаете район. Нет, я не хочу покидать. Вернись, паук, обратно. Давай, запрыгивай, ты же умеешь. Вот так вот, давай. Опа, по красоте. Привет, ребят. Я вот эту вот штуку хочу забрать у вас. Чтоб она тут не подорвалась случайно. Вы же тоже не хотите быть подорванными? Красота. Да, вроде бы как я жив. Живее всех живых. Да, нет, не очень. Ну, хотя подхилиться бы не помешал. Блин, да ты достал. Получай. И ты тоже сейчас получишь бочкой. И ты тоже получишь сейчас коробкой. Вот и все. Ой, уходим. Через перекресток еще одна. Бежим! Иду. Пофиг с ними. Вон оно внизу. Забирай. Забирай ее. По красоте. Еще один. Да, конечно, рассказывай. И за два надерю. Так. У меня пока есть время, давай я надеру тебе зад тоже. Опа, укат. Укат, укат. Прокат. Так, ну чё, ребят. На тебе. Надо, короче, вначале с этими кулаками разобраться. Все, готов. Дальше бежим. Где у нас кулаки? Вот ты. Блин, да не того. Хотя, почему бы и нет. Есть. Она все откинулась. Ну ладно. Так, возьму-ка я прибамбас. Сколько у вас осталось тут, ребят? Парочку всего. Ладно, сейчас люком добьем. Люки, кстати, появляются, ты видишь? Я люк достал, а он подбился. Опять. Вот и все, по-быстрому, со всеми разделся. Молодец, парень. Поезда вернулись, подполье смылось. Сработал что надо. Где мой подарок? Поезд прибудет через 5 минут. Приз получен. Сводка. Человек-паук починил метро. Он правда молодец. Аарон. 3500 опыта и 10 жетонов дал. Спасибо тебе, Аарон. Кольщики мне костюм испортили. Зашивать придется. Давай посмотрим, что там по костюмам у нас. Блин, реально сильно повредили. Здесь перечислены все собранные вами ресурсы. Отлично. С помощью полученных ресурсов изготовьте новую модификацию, выбрав ее и удерживайте X. Окей. Вот у нас три модификации. Давай посмотрим. Несокрушимость, уменьшение получаемого урона в рукопашном бою, неуязвимость, атаки, совершенные в течение 5 секунд после идеального уклонения, наносят на 50% больше урона. И индукционная сеть. Каждый удар по врагу, находящимся под воздействием биошока, немного восстанавливает здоровье. Это вот классная штука. Давай вот это. Вот это вот не нужно. Вы получили доступ к новой модификации. Здесь можно открывать или заменять модификации. Окей. Все вроде бы, да? Я все качнул. И здорово. Выходим. Вы в порядке, мистер Дэвис? О, костюмчик подшил. Да, благодаря тебе. Вот, возьми. Че там, че там? Годовой проездной на метро. О-хо. Спасибо. Я имя верно указал? Откуда? А, так, мне пора. Погоди, Майлз. Он спалил. Я догадался, когда увидел вчерашние новости. Ты скакал вокруг сбежавших заключенных, раскидывал их налево и направо. Я сразу же вспомнил, как мы с тобой и твоим папой играли в парк. Ты был шустрый. Но сейчас шустрее. Не волнуйся, маме я не скажу. Обещаешь? Обещаю. Какой ты стал? Видел бы тебя твой отец. Он бы рассердился. Он бы точно рассердился. Значит, ты заменил другого человека-паука? Не, он просто сейчас в отпуске. Ясно.
Я ставил тебя за главным. Ага. Куча ответственности для такого мальца. Вроде справляюсь. Надеюсь на это. Но послушай, влипнешь в историю, звони. Я тебя не брошу. Понял? У него на Робби написано «Бата». Типа «Батя». Ну чё, по-моему, отличное завершение сегодняшней серии. Я сказал в приложении «Бум». Город без Человека-паука никуда. Займусь патрулированием. Ну что ж, на сегодня это все, если тебе понравилось. Спасибо, теперь я снова могу ездить к тете в Бруклин. Да пожалуйста, пожалуйста. Если тебе понравилось, то не забывайте поставить лайк этому видосу. Привет, сынок. Мой Привет, любимый мам. Фургончик с едой будет сегодня на митинге. Я тут видео хотел закончить. Ищи эмблему «Гигантский гирос». Ладно, спасибо за совет. А, мам, я хотел спросить. Ты ведь все знаешь о Гарлеме. Ты слышала когда-нибудь про подполье? А, да. Они портят имущество Роксона и, кажется, набирают подростков по всему району. А что? Они тебя пытались? Все хотят быть супергероями. Нет, нет. Дядя Аарон рассказал про них. А я наткнулся на него в метро рядом с домом. Ты знала, что он там работает? Нет. Прошу, держись от него подальше. Чё это? Но вы с папой никогда не говорили, почему я должен держаться от него подальше? Раньше же он всегда приходил в гости. Пусть Аарон сам объяснит. Подождите секунду. Прости, дорогой, мы заняты подготовкой. Все нормально. Ну все, давай, пока, мам. Иди, спасай мир, мам. Ты нужна им. А я говорила, что ты мой любимый сын. Конечно. Остальным сыновьям так и скажу. Люблю тебя. Пока. У тебя есть братики, что ли? Ну все, если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии по Человеку-пауку. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующей серии.